гормоны радости. Все знают эти магические слова: серотонин, дофамин, эндорфин, окситоцин и так далее. Значит, откуда их брать? На самом деле, если вы из еды пытаетесь их взять, не получится, потому что у вас там есть специальный гематоэнцефалический барьер, который так просто не пустит химические вещества с соответствующим названием вам в мозг. Мозг должен сам вырабатывать эти нейромедиаторы. Значит, чтобы он их выработал, мы должны создать условия, при которых эти нейромедиаторы будут вырабатываться. В каком случае вырабатывается дофамин? Он вырабатывается, когда вы решаете достаточно сложные интеллектуальные задачи, когда вы добиваетесь достаточно непростых, так сказать, целей. Ну, вот когда вы просто там листаете Инстаграм или еще что-то таким занимаетесь, вы получаете совсем по чуть-чуть дофамина, и в результате не получаете действительно того состояния потока, который способен дать качественный, хороший дофамин. Серотонин – это социальный нейромедиатор. Он вырабатывается у нас в том случае, если мы находимся в такой социальной группе, при которой у нас есть поддержка, мы чувствуем, что нас уважают, что нас любят, что нас ценят. Если этого нет, то серотонина тоже будет мало, и люди, которые страдают от одиночества, частенько страдают и от бессонницы, потому что серотонин превращается в мелатонин, в общем, короче говоря, его нету, и в результате и сна нет, и одинокий. В общем, нужен социальный круг. Третий нейромедиатор, эндорфин, вырабатывается у нас при активной нашей деятельности, при активной... Ну, лучше всего для этого подходят командные виды всякой разной активности, спорта, танца там, и так далее. Вот. И, наконец, окситоцин – это нежность. Вот чем больше нежности вокруг вас, тем больше окситоцина будет у вас появляться. Но нежность, она тоже от других людей или исходит, или нет. Исходит в том случае, если мы действительно понимаем, насколько другие люди важны для того, чтобы наш мозг был счастлив.